Я правильно помню, что мы обсуждали компакт, да? А потом и остановились на утверждении, что компакт, когда это вот тогда, когда из всякой последовательности можно восходящуюся по последовательности. И это типа уже не доказано. Итак, значит, что получается? Вот у вас было определение компакта. Это что из любого покрытия открытыми можно выбрать конечное подпокрытие. Значит, у нас с вами разговор идет в метрических пространствах. Так что вот мы можем считать, что сам компакт он является частью метрического пространства. И мы доказали такую замечательную штуку, значит, которая называлась критерий компактности Хаузлов. Значит, о том, что в полном метрическом пространстве, компакт, когда и только тогда, когда K замкнут и для всякого эпсилон большего нуля существует конечная эпсилон-сеть. Но конечная эпсилон-сеть — это когда мы можем расставить конечное число точек этого множества, нарисовать вокруг них кружочки радиуса эпсилон, эти кружочки с собой закроют все это множество. Значит, да, вот что такое эпсилон-сеть. Значит, это мы прошлый раз доказали, ну и из этого такое вот следствие, которое само по себе очень полезно, что K — это компакт в метрическом пространстве, тогда и только тогда, когда из всякой последовательности можно выбрать последовательность его элементов. Можно выбрать сходящуюся от последовательности. Вот, значит, такое вот следствие. Давайте я напомню, может, доказывали, может, нет. Это не так сложно, чтобы повторить. Значит, ну, в одну сторону это очень просто. В эту сторону мы с вами доказывали, что всякое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку. Да? Значит, а последовательность, она либо так устроена, что у нее какие-то элементы бесконечного числа раз повторяются в значении, и тогда это и есть сходящаяся последовательность. Либо ее множество значений бесконечно, и это множество, как у бесконечного подмножества компакта, обязательно должна быть предельная точка. Помним, да, почему так? Потому что если бы предельных точек не было, то мы весь компакт бы закрыли конечным числом кружочков, в каждом из которых было бы конечное число точек этого множества. Значит, у нас получается так, что вот внутри, значит, в эту сторону это почти очевидно. Теперь в другую сторону. Это не менее очевидно, но тем не менее тоже давайте обсудим. Значит, в другую сторону. Почему? Если можно выбрать, то это обязательно компакт. Вот обратите внимание, что из того, что в каждой последовательности есть сходящая последовательность, следует, что K — это полное пространство. Полное пространство. Да? Потому что, знаете, если вы возьмете его фундаментальную последовательность, внутри этой фундаментальной последовательности окажется, что сходящаяся под последовательность. А мы знаем, что если внутри фундаментальное исходящее, то само фундаментальное тоже что? Сходится. Поэтому, значит, КО — это обязательно, вот если выполнено вот это условие, то КО — это обязательно полное пространство. Теперь, в силу критерия Хаузлова, все, что нам надо понять, чтобы доказать компактность, правда ли, что там для всякого эпсилона есть конечная эпсилон-сеть. Но давайте представим, что есть такое эпсилон больше нуля, что для него нет конечная эпсилон сеть. Конечная эпсилон сеть. Предположим, что вот такой эпсилон есть. Тогда знаете, что можно сделать? Вот у нас
возьмем какую-нибудь точку в этом факте. И нарисуем с центра вот точки шарик радиус S. Ну пусть это будет точка не А, а А1. Тогда смотрите, что точно, абсолютно есть точка из компакта в этом шарике не лежащая. Иначе бы вот была бы эпсилон сети за точкой А1. Возьмем точку А2. Нарисуем теперь вокруг нее тоже шарик радиус. Правда? Что тогда делать? Тогда обязательно есть точка А3, которая точно не лежит ни в этом шарике, ни в этом шарике. Почему? Иначе это конечная эпсилон сеть. И тогда что мы получим? Мы получим последовательность точек АН с таким свойством, что расстояние между любыми двумя этими точками, просто по построению, больше либо равно эпсилон. Значит, получилась последовательность точек, из которой выбрать сходящую последовательность нельзя. Потому что сходящая последовательность это что-то. Это значит, в частности, что расстояние между элементами будет стремиться к чему? Нулю. А у нас расстояние меньше, чем эпсилон, ну тоже. Вот мы доказали, что из любой, значит, для всякого эпсилон, тем самым противоречие, значит, для всякого эпсилона существует конечная эпсилон сеть. Вместе с полнотой это означает, что наша К. Робот это пространство метрическое, ну и в частности сам К, это компакт. Вот. Значит, вот мы замечательно теперь умеем в метрическом пространстве говорить про компактность, чего бы то ни было. Значит, вот есть два совершенно понятных прозрачных утверждения. Теперь давайте мы с вами так немножко отвлечемся от компактности и поговорим про непрерывность. Значит, что такое непрерывность? Значит, вот если у меня есть x, y, это метрические пространства, а f отображает x, y, то что такое, что означает, что f непрерывно в точке А? Значит, это непрерывно в точке А, если найдется дельта больше нуля, что как только x принадлежит шарику с центром в точке А радиуса дельта, то из этого следует, что этот x принадлежит шарику радиуса с центром в точке А там радиус эпсилона. В этом смысле определение никак не отличается от определения непрерывности на числовую природу. Да? Ну, это можно переписать, что из того, что расстояние от x до меньше дельта, следует, что расстояние от f от x до f от a меньше эпсилона. Теперь полезное утверждение, которое позволяет непрерывность смотреть чуть-чуть по-другому. Значит, f из x, y непрерывно в каждой точке, а дальше мы будем просто говорить, что оно непрерывно, не добавляя, что в каждой точке, понимаешь, что это так, иначе мы оговорили бы это отдельно. Тогда и только тогда, когда для всякого открытого множества v, которое есть в выбеге, f минус 1 n открыто. То есть непрерывны те и только те, у кого прообразы открытых являются открытым множеством. Вот, значит, давайте поймем, почему так. Ну, тут, собственно, в какую сторону не гляди, в обе стороны очевидно. Только, ну давайте вот какие-нибудь картинки нарисуем, и станет совсем очевидно. Значит, вот у нас есть x. Давайте x. Вот и мы. Вот нас f. Ну, например, мы знаем уже, что f непрерывно. И хотим доказать, что прообраз открытого множества v является открытым множеством. Мы берем прообраз. То есть, чего это тут получится? Вот f минус 1 v. А что же мы делаем? Мы возьмем здесь точку A. Так, значит, что мы знаем? Мы возьмем здесь f от A. Возьмем здесь
кружочек радиус эпсилон, который целиком лежит в R. Так? И что мы знаем по определению непрерывности? Что здесь найдется кружочек радиуса дельта, такой, что он полностью переходит внутрь кружочка радиуса эпсилон с этого фота. Это что означает? В частности, означает, что этот кружочек лежит в прообразе этого кружочка. А значит, в прообразе всего этого. Вот мы доказали, что прообраз открыт в открыт. Ну а наоборот еще проще. Потому что если мне известно, что прообраз открыт в открыт, то я беру в качестве открытого шарик радиуса эпсилон с центром фота. Смотрю его прообраз. Это открытый нож, значит там есть шарик с центром точки А. Вот. Ну вот этот шарик, он как раз и обладает свойством, которое мы берем от шарика А радиуса дельта. Всякая его точка переходит в этот шарик. Вот это и есть непрерывность. То есть это некая перефразировка определения, но такая очень удачная. Следствием этого важнейшего является, что образ компакта по непрерывным отображением является компактным. Вот. Почему это одно и то же? Ну, потому что если мы взяли компакт K, взяли его образ F от K, и этот образ покрыли открытыми множествами, так, то тогда K оказывается покрыт их прообразом. Ну, просто с ним определение прообраза. Я, кстати, не упоминал, но еще раз, прообраз — это что такое? Множество таких x, что f от x лежит в нашем множество, да? Значит, вот прообразы покрывают. Теперь, вот я не хорошо написал, единого. Значит, тогда что получится? Из них можно выбрать конечное подпокрытие. Значит, K содержится в F минус 1 у альфа 1, F минус 1 у альфа 1. Так, ну вот оно отличное, значит, конечное покрытие. Но как? И теперь осталось только сообразить, что тогда f от k обязательно лежит в объединении u альфа 1, тогда u альфа 1. Ну, давайте сообразим, почему так. Мы возьмем отсюда какую-нибудь точечку y. Мы хотим доказать, что он в каком-то таком лежит. Но y — это не просто так y, это же f от x. А x лежит в k. А тогда x лежит в каком-то f минус 1 от u альфа 1. Но что значит, что x лежит, например, вот здесь? Это значит, что его образ, то есть y, лежит у альфа 1. Ну так мы того и хотели, чтобы y оказался у альфа 1. Все, вот мы доказали, что образ компактный. Теперь из этого тоже некое очевидное следствие. Тут так вы будете бдительны, так как вроде мы все делаем что-то такое очень понятное и простое, но тут в какой-то момент раз мы докажем, что мы что-то не банально увидели. Значит, пока будет все очень просто, я в какой-то момент вам расскажу, что будет сложно. Значит, еще одно следствие полезное, которое называется теорема Веерштрасса. Значит, эта теорема Веерштрасса, она звучит так, что если мы взяли компакт, ограничены.
и тем самым ограниченность тела доказывает. А то, что оно замкнуто, сразу нам говорит что? Значит, F от K ограничено и замкнуто. А из этого что следует? Что нижняя грань F от K и верхняя грань F от K обязательно принадлежат F от K. Почему они обязательно принадлежат F от K? Ну потому что это граничные точки. Супремум как раз обладает таким замечательным свойством, что вот если это супремум как от K, что справа от него всегда точки не из этого множества, а слева, сколь угодно близко, встречается что? Точка из этого множества. Значит, в любой окрестности есть как точки из множества, так и точки из дополнения. А замкнутое множество обязано содержать свои граничные точки. Все. Вот такое очень изящное, простое доказательство теоремы Лейбниц-Штрауса. Ну и вот теперь мы созрели для того, чтобы сделать что-то более-менее нетривиальное, а именно, давайте теперь, вот, пользуясь этими достижениями, два очень интересных, простых тоже, но интересных утверждения докажем. Первый из них будет нам объяснять, что компактный шар влечет конечномерность, а значит, второе будет объяснять, что все нормы в конечномерном пространстве эквивалентны. Ну, давайте мы начнем со второго утверждения, оно теперь делается совсем просто. Мы ведь не доказывали, да, что все нормы эквивалентны? Я надеюсь. Ну, даже если доказано, ну, мне кажется, навряд ли мы это доказываем. А, значит, скорее всего, я не стал это делать совсем устало. Значит, ну что, вот теорема. Значит, у нас, собственно, план лекции такой, что вот сейчас мы с вами докажем вот эти два знаменитых утверждения, которые, в общем, во-первых, демонстрируют, как работают факты, которые мы что-то нашли, а во-вторых, нечто объясняют из природы вещей. А после этого вот о чем поговорим. Значит, поговорим о том, различают ли непрерывные выражения размерности. А именно попробуем доказать теорему Брауэра, что если... Что если вот мы взяли Rn, Rm и установили между ними гомеоморфизм, то есть такое объективное в обе стороны непрерывное отображение, то n и m обязательно равны. Вот такое замечательное утверждение, которое говорит нам, что в отличие от биекций, такие вот, значит, непрерывные взаимоодназначные в обе стороны, да, непрерывные отображения, они уже различают размерности. Вот. Это факт достаточно трудный, все время явился такой вершиной. И он очень красиво показывает разные вот работы, связанные там с Лемой Шпернером, значит, всячески обсуждать. И значит, вот это и еще начнем разговор про неподвижные точки. Попробуем еще другим способом доказать теорему Брауэра о неподвижной точке. И, может быть, успеем в следующий раз пообсуждаем что-то сжимающее отображение. Значит, просто глобально цель такая, вот попробовать в следующие разы уже выйти на дифференцирование. Значит, такое у нас будет немножко ускорение. Значит, ну вот теорема. Значит, в Rm все нормы эквивалентны. То есть, если мы возьмем две нормы, норма 1, и норма 2, значит, для любых двух норм существуют числа c1, c2 больше нуля такие, что норма c1 на норму x первую оценивается через норму x вторую, а это оценивается через c2 на норму x первую. С точки зрения сходимости, с точки зрения топологии, это совершенно норма ничем не отличается. Хотя, конечно, отличаются геометрически, те же шарики могут выглядеть совсем по-разному. Значит, вот это должно быть выполнено для всех лиц. Вот. Значит, вот что значит, что вам эквивалентны. Доказательство теперь, когда мы вот знаем эту магнитную теорему Лейбниц-Штрауса, оно совсем простое. Смотрите, во-первых, понятно, что можно считать, что вот это Евклидова норма. Если мы научимся любую сравнивать с Евклидовой, то мы научимся.
помощи сравнивать любые две, просто написав цепочку неравенства. Значит, поэтому можно считать, что вот это Евклидова норма. Но это то самое, что корень из x1 в квадрате плюс корень из x1 в квадрате. Вот. Значит, а вот это уже какая угодно. Смотрите, значит, что происходит. Вот возьмем вектор x. Он записывается в полисе как x1 на e1 плюс xn на e1. Причем e-карты это что такое? Это просто-напросто, ну вот у нас стандартный полис. Какие-то нули, а карты есть единичка, дальше опять нули. Значит, что мы можем сделать? Ну, давайте попробуем оценить норму 1 у этого вектора. Ясно, что это не превосходит суммы норм его слагаемых. По свойству нормы в каждом слагаемом можно вынести модуль координаты. И мы получим вот такое неравенство. Ну а теперь видно, что это оценивается чем. Значит, ну вот, например, применим к этому неравенство Кашина-Яковского. Значит, ну, что здесь видно? Просто написано. Что-то на что-то такое произведение, как сказать. Это будет меньше либо в одном. Значит, норма x2 вот такого выражения умножить на константу. Эта константа выглядит так. Это сумма пока норма или фактор квадрат. Это просто число фиксировано. Поэтому получилось, знаете что? Что вот так совершенно бесплатно есть одна оценка, что x норма первая не превосходит какой-то c на x норма второго. И, конечно, теперь нам хотелось бы оценку с другой стороны получить и теорему доказывать. Значит, как мы получим оценку с другой стороны? Значит, смотрите, из этого неравенства следует, что функция вот такая вот, я напишу. Здесь все понятно, что происходит. Так, пините руку. Значит, вот из этого неравенства следует, что вот такая функция непрерывна относительно нормы 2. Вот давайте поймем, почему такая функция непрерывна. Ну, напишем норма x1 минус норма y1. Но из-за неравенства треугольника модуль разности норм оценивается через норму разности. А это оценивается через c на норму x минус y. Ну и получается, что если по этой норме они близки, то и значение норм на них близки, как вот в обычном числе. Да? Значит, это отличная непрерывная функция. Хорошо. Но теперь для этой непрерывной функции у нас есть отличный компакт. А именно единичная сфера. Вот возьмем компакт S1. Это множество таких x, что норма x2 это единичка. Мы знаем, что это отличный компакт, потому что ограниченное замкнутое множество как раз при Евклидовой норме доказывали, что это компакт. Тогда, наверное, заметьте, что здесь нет нуля. Значит, вот эта функция, непрерывная функция, на компакте достигает своего минимума. И этот минимум что за это? Значит, и этот минимум больше нуля. Потому что нулем он быть не может. Мы нормы только когда? Когда подставили нулевой вектор. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что норма x больше либо равна некоторому числа положительного для всякого x из S1. Ну все. Теперь осталось дело за малым. Значит, как нам сделать, чтобы любой вектор оказался вектором из единичной сферы?
надо разделить. Тут возьмем x, разделим на норму x вторую. Получается, что это больше балло r. Мы теперь вынесем вот это и умножим на него. И мы получили неравенство нормы x 1 больше балло m на норму x 2. И вот мы получили обратное неравенство. Так. Поднимите вот такой. Значит, вот тем самым в конечном мерном пространстве, а Rn здесь специфики Rn никакой на самом деле не использовал, потому что любое конечное мерное пространство считает, что здесь Rn там а, значит, это пространство, в нем не важно какую норму, с точки зрения сходимости все нормы эквивалентны. Вот. Значит, это первый замечательный факт. Ну и, кстати сказать, если у вас пространство бесконечно мерное, то там обязательно есть две неэквивалентные нормы. Это всегда так. То есть это вот то, что любые две нормы эквивалентны, это исключительная прерогатива конечно мерного пространства. Значит, теперь давайте посмотрим еще один факт, который вот иллюстрирует достижение. То есть, знаете, мы здесь ничем, кроме теоремы Гейштрасса, не пользуемся. Такое вот очень простое доказательство. Значит, вот следующее утверждение тоже замечательное совершенно, которое является следствием наших достижений. Это вот что такое. Если в нормированном пространстве замкнутый шар положительного радиуса, значит, чтобы точно не было, компактен, то это пространство конечно мерное. Это пространство конечно мерное. Значит, что здесь важно заметить? Какой шар компактен? Какой-то или любой. Но тут надо вот что осознавать, что любой два шара возьмите, да, два замка шара, то вы один в другой всегда можете перегнать каким преобразованием? Сдвигом и растяжением, правильно? Значит, вот вы можете последовательно выполнять преобразование x перешел в x там в b, или x перешел в лямбда x, можете перегнать один шай в другой. Эти преобразования какие? Непрерывные. Так? А значит, что мы знаем? Что область компакта это по непрерывному отображению компакт. Значит, тем самым у нас есть какой-то шар компакт, то и что? Всякий шар компакт. Поэтому не важно какой. Теперь, прежде чем доказывать, давайте примерчик разберем, который немножко прояснит, к чему стремиться. Значит, пример будет такой. Вот возьмем пространство непрерывных функций на отрезке Rn. Да? С нормой это просто норма максимум f от x по x принадлежащему отрезку от ряда Rn. Значит, вот рассмотрим здесь шар. Там душа в центре нуля разница единица. То есть множество тех f, что норма f меньше либо равно 1. Давайте докажем, что это не компакт. Значит, как докажем, что это не компакт? Ну, давайте предъявим последовательность, из которой нельзя будет выбрать сходящуюся под последовательность. Значит, что это такое? Ну, синус nx проще. Ну, синус nx, да, но это доказывать сложно, что из него что-то нельзя. А вот проще. Ну, проще так. Давайте вот возьмем отрезок от 0,1, да? И здесь возьмем провод отрезочки. Разберем это на 0,1. Да? И сделаем вот такие вот иголочки. Так, чтобы они каждый был на своем отрезке. Вот это fn. Так, fn плюс 1 будет уже вот здесь. Если мы возьмем такие функции и посмотрим расстояние между любыми двумя этими,
значит, это расстояние всегда единичка для любой камеры равной камеры. Ну и точно так же, как в предыдущем доказательстве, помните, чем мы сегодня начали. А, это такая последовательность, с которой вы не сможете выбрать скользящую последовательность, потому что ее элементы не сближаются вообще. Так? Так, Вася, не засыпайтесь, пожалуйста. Сейчас будет интересно. А, значит, смотрите, в чем фишка этого примера? Что было построено? Была построена такая последовательность, FN, что у них ровно единичка, и расстояние между любыми двумя не меньше единички. И сразу получилось, что шарик что? Не является компактным. Значит, теперь вот мы попробуем в общем случае проделать буквально то же самое. То есть попробуем в общем случае вот использовать то, что шарик является компактным, да? В общем, даже не так, попробуем вот что сделать, что если пространство бесконечно мерно, то в нем всегда можно единичный шарик устроить такую последовательность. Вот давайте это сделаем. Значит, здесь, конечно, было удобно, что специфика на нас работает. Вот картинки порисовал, и все в порядке. А, значит, как это будет делаться в общем случае? Значит, нам потребуется лемма. Поэтому вот это так выглядит очень просто, а тем не менее.
как такого к этому внимания. Значит, теперь если это замкнуто и не совпадает с x, то что можно взять? Можно взять такой вектор z из x без f, что расстояние z минус y, оно будет больше либо равно некоторого положительного числа d для всякого y и z. Почему так можно сделать? Потому что если я взял точку из дополнения, даже можно, но поскольку не совпадает, поэтому точно такое можно взять любого z. Значит, если вы взяли сам прямой, взяли z2, здесь дополнение это лежит целым шаре. Правильно? Хорошо. Теперь давайте посмотрим на вот такую функцию. Y переходит в норму z минус y. Эта функция отличная и непрерывная функция. Вообще всюду. Но в частности, она непрерывная функция где? На f. Правильно? Теперь, конечно же, меня будет интересовать не то, что это больше равно какого-то d, а мне интересно вот что. А достигается ли это расстояние? Вот, значит, z минус y0.
а с другой стороны это сходится вот к этому. Мы доказали, что это на самом деле расстояние до конечного мерного всегда достигается. Вот замечательный факт. Кстати, не так банально придумать полное вот пространство линейное, до которого бы расстояние не достигалось. Вот не полное, это мы все уже предъявляли такое. А, ну, так сказать, например, вы берете многочлен и берете непрерывную функцию, которая не есть многочлен. Да? А расстояние между ней и этим пространством 0, но оно никогда не достигается. Понятно, да? Значит, потому что оно 0 могут достигнуть только на ней самой. Она не многочлен. Но вот если взять замкнутое такое полное пространство, то вот тут, ну, замкнутое пространство, да, то тут, конечно, вопрос, существует такой или нет. Но ответ существует, а вот попробовать придумать, это вот некоторая хорошая задача. Значит так, мы на конечном мерном достигаемся. Но это мы пока что просто какой-то, так сказать, шаг в сторону сделали. Но теперь давайте x предъявим, который предваряет условие Лемма. Значит, искомый x это z минус y 0 разделить на норму z минус y 0. Значит, давайте проверим, значит, ну, собственно, на самом деле все более-менее понимают, что мы делаем, да ведь? Все понимают, что реально я просто пытаюсь, не используя скалярное произведение, строить перпендикуляр. А, собственно, о чем мне еще остается делать? Я просто строю перпендикуляр вот к этому. А, я взял какой-то x кривой, какой-то z кривой. Да? Нашел минимальное расстояние. И взял разность. Спрашиваю, что я такое нашел? Я нашел перпендикуляр. Мы же знаем, что у нас кратчайшее расстояние по перпендикуляру, правильно? То есть я просто строю единичный вектор перпендикуляр этой плоскости. Вот. И он, очевидно, будет подходить. Почему? Вот в конечном мерном неклидовом пространстве, если вы взяли единичный вектор, то просто затянем Пифагора вот эти расстояния больше равны единице. Понятно, да? Вот. Поэтому у нас трудность того, чем мы делаем, связана исключительно с тем, что у нас нет неклидовой структуры. Что у нас какая-то норма, не пойми себе какая. И мы с ней что-то такое вот делаем. Понятно? Значит, вот, но тем не менее мы вот делаем что-то очень похожее, но только вот перпендикулярно мы заменяем свойство минимальности расстояния. Вот это, кстати, мудрая идея, и надо держать в голове, что можно говорить, что перпендикулярно расстояние, а можно считать, что мы имеем точку, где достигается минимум расстояния. Вот, значит, мы взяли x, но теперь давайте проверим, что, ну, то, что у него длина единичная, это можно не проверять, понятно? Теперь давайте возьмем x минус y. Напишем, что это такое будет. Значит, это будет z минус y 0 на норму z минус y 0 минус y. Ну, вынесем за скобочки норму z минус y 0, а здесь напишем z минус y 0 минус норма z минус y 0 на y. Вот здесь, смотрите, вот эта штука, которая из этого читается, это элемент опять f. Так? Поэтому вот эта разность больше, чем равна норме z минус y, потому что это кратчайшее расстояние. А это какое? Вот. И поделить на норму z минус y. Давайте просто единичку. Вот мы доказали, что мы научились строить вектор, который на расстоянии 1 находится от конечного мерного пространства. Ну а теперь как завершить доказательство теоремы? Что если шар компактен, то пространство конечно мерно. Ну так завершим, что если пространство бесконечно мерно, то шар компактным быть не могёт. Почему? Ну потому что мы сейчас вот этой процедурой просто построим нужную нам последовательность и все. Значит, что мы будем делать? Мы возьмем доказательство теоремы. Ну, что мы сделаем? Мы возьмем
плюс 2 до y больше единицы для всех y есть x1. На следующем шаре натянем x1 и x2 линейные пространства и построим x3. Такими же свойствами. Понятно, да? Что расстояние, что единичное расстояние до вот этого двумерной плоскости, да, будет больше равно единичке. И так далее. Что мы в итоге получили? Мы получили последовательность xn с таким свойством. Длина единицы, а xn минус xn больше равно единицы для всех n равных n. Ну, надо посмотреть, кто из n m меньше. Да, значит, в какой-то момент мы строили xn для пространства, содержащего xn, так что на расстоянии больше единицы. Все, мы построили ровно такую последовательность, как в том примере. То есть на самом деле то, что мы видели в нейтроновых функциях, это наблюдается всегда. Вот. Значит, ну и вот замечательный факт, что компактность шара это то же самое, что конечная мерность. Значит, у этой теоремы есть много разных доказательств. Есть тоже очень симпатичное другое доказательство. Например, в замечательной книжке «Анализ Лоран-Шварца» написано. Оно немножко из других соображений исходит. Тоже очень похожее на самом деле. Эксплуатировать примерно одни и те же свойства. Но вот, значит, интересно, что там идея основана немножко на других наблюдениях. Значит, вот можно заметить такую штуку, что вот смотрите, вот взяли отрезок единичной длины. Сколько нужно интервалов? Из длины 2. Сколько нужно интервалов длины 1, чтобы его закрыть? Вроде 3, да? Но понятно, нужно, чтобы интервал 0 закрывал. Значит, он точно уже до чего? До середины не дотянет. Нужен интервал, который двойку закроет. Но этот интервал так не располагает, тоже до середины не дотянет. Пойдет, значит, третий сюда наличие. Ну и на самом деле, если не вдаваться в такие подробности, то понятно, что их не может быть меньше двойки. Потому что их сумма длин сколько? Длина интервала единицы, поэтому сколько их, столько их длина. А длина, которую они закрывают, двойка. Поэтому их количество не может быть меньше двух. Хорошо, а если мы возьмем теперь кружочек разницы 2? И будем пытаться его закрывать кружочками радиуса 1. То сколько таких кружочков потребуется? Ну, здесь уже так вот как-то, значит, ну тоже можно поразмышлять, сколько точно. Но можно точно понять следующее. Что их не меньше, чем 4. Правда? Ну, у них у каждого площадь пи, а у этого 4. Поэтому их точно не меньше, чем 4. Хорошо, теперь если мы начнем закрывать шарик пространства, то ясно, что видно, что количество шариков, которые вы используете единичного радиуса, их становится все больше и больше и больше. И можно подумать, что как отличить бесконечно мерное пространство от конечно мерного. Бесконечно мерного не хватит шариков, чтобы закрыть шар радиуса 2. Вот такая симпатичная идея, которая, значит, может быть реализована в качестве доказательства того, что если шар компакт, то ведь тогда его можно закрыть шариком, потому что из любого покрытия можно его закрыть. А это приводит к проблемам. Потому что на самом деле исходное пространство должно оказаться конечным. Ну вот кому интересно, можно посмотреть, что там в Лоран-Шварц написано. Вот есть еще такой подход, очень красивый. Значит, вот два факта. Теперь смотрите, значит, вот непрерывное отображение, мы, собственно, здесь всячески их использовали, свойства непрерывности. Но вот, если у меня есть два геометрических пространства, то выделяется класс таких непрерывных отображений, которые называются гомеоморфизмом. Гомеоморфизм. Если R инъекция и R минус первая является непрерывными функциями. Напомните, пожалуйста, что такое объекция. Взаимооднозначно. Это значит, что иксы не склеиваются, то есть разные у разных. И у каждого y есть проводка.
план. Давайте вот начнем с простой задачи. Вот у нас есть прямая, а есть плоскость. Можно ли устроить гомеоморфизм прямой на плоскость? Чего нам мешает? Связность. Связность мешает. Ну, связность в данном случае мы не будем подробно обсуждать. Но понятно, что вот такой эффект происходит. Смотрите, вот выбрасываем отсюда точку. И отсюда точку выбрасываем. Но теперь здесь есть две точки, которые путем соединить нельзя. Но этим точкам здесь тоже соответствуют две точки. Правильно? И как бы вы их не поставили, всегда есть путь x, ну, гамма от t, который их соединяет. Да, и при этом не проходит через выброшенную точку. Но тогда, если вы возьмете его прообраз, минус первая от гамма от t, то у вас получится непрерывный путь, который здесь соединяет эти две точки. Так? Но такого пути нет. Потому что по теореме промежуточного значения эта функция должна принимать здесь все промежуточные. А она вот это значение не может принять. Понятно? Значит, вот такое очень простое соображение, связанное с, как называется, линейная связанность, почти если вы можете путем следить, которая объясняет, что вот у нас прямую, прямая и плоскость нельзя, значит, гомеоморфизм, не гомеолог. Но возникает тогда вопрос, а нельзя ли как-то так же ловко доказывать, что, например, R2 и, скажем, F3 не гомеоморфы. Вы скажете, ну что там доказывает? Берем прямую, выбрасываем, правда? Но только пойди узнай, что выбросится здесь. Вот если вы вот здесь, в плоскости, выбросите прямую, то что выбросится в F3? Это уже не так понятно, как когда точечек выбрасывают. Да? Потому что, ну, мы вообще знаем, что непрерывные образы — это вещь страшная. Непрерывные, вот у вас там есть задача, вот вам листочки 70, вам листочек. Вот, для интересующихся задачами. Значит, вот там будет задача, как построить, ну, кривую пиано, все знают, потому что на отрезок это возник, хорошо, закроется в плоскость. Ну, кто его знает, может, там может что-нибудь такое хитрое очень устроиться, просто как это доказать? Ну и вот, значит, цель, к которой мы сейчас будем пытаться двигаться, это вот такая теорема Брауэра, которая звучит так, что если Rn и Rm гомеоморфны, это как раз и означает, что между ними есть гомеоморфизм, да? То n равно n. Что непрерывное отображение вот таких взаимоодозначных сохраняет размерность. Это достаточно красивый факт. Такой, главное, что он очень естественно возникает как вопрос. Значит, вот как, насколько, так сказать, свободно. Потому что биекции, вот просто без дополнительных соображений непрерывности, они, конечно, уже этого не задают. Там биекцию можно любого там сравнить. Да? Значит, вот для доказательства нам потребуется такое вот утверждение вспомогательное. Значит, смотрите, действует, значит, ну, сначала начинается все с детских задачек. Значит, задачи из школы. Ну, значит, попал в некоторые, кто в школе и так учится до сих пор, а их не видишь задачи. Вот. Но, значит, кто считает, что это задача вот от моего? Значит, вот первая задача такая. Есть отрезок, пусть 0,1, мы его разбили на какие-то отрезочки. И делениями поставили нули и единицы, как хотим. Нули где-то там, как нам с Бенди было. Значит, утверждение. Число отрезков
с разными концами, ну, имеется в виду, что на одном конце ноль, на другом единичка. Их нечетное число. Так, как такую задачу преодоления шкалы? Ну, кроме слов, что это очевидно, можно еще что-то подобрать. Понятно. Знаете, как вот мастера там играют в преферанс, они вот те, кто, ну, там новичок играет, вот они сидят, там смотрят, как там, потом долго рассуждают, как бы у него там, значит, какие-то взятки выбивать, еще чего-то. А те, кто вот там день-ночь играет, они вот так играют. То есть получили, посмотрели, без одной, положили. То есть там уже не игра, там просто, так сказать. Посмотрел, положил, посмотрел, вот для них что какие-то исключительные вещи, типа, что кто-то тут рискнул играть мизер. Вот тогда там кто-то о чем-то подумал, да и то очень недолго. Вот. Значит, ну как это можно понять? Ну, ясно, что когда деления нет, в конце концов, это очевидно так. Да? Ну а теперь можно, например, ну так, чтобы совсем по-научному, какой-нибудь индукции по числу деления, скажем. Да? Значит, как это можно сделать индукции по числу делений? Ну вот здесь нолик стоит, да? Ну вот здесь берем, смотрим, что здесь. Если единичка, ну то все очевидно совсем, потому что это просто отрезаем, он ни на что не влияет. Число делений стало меньше, индукция работает. Теперь, если здесь стоит нолик, то мы этот записали в актив и смотрим дальше, что происходит. Значит, что будет дальше стоять? Дальше может стоять единичка, да? Но тогда таких разных два, и для этого индукция. Либо дальше может стоять нолик, но и там так. Либо все нолики до конца, и все окей, либо где-то единичка. Так, и опять их два отрезка, и дальше индукция. Ну, например. Вот, хорошо, слушайте, но это была задача совсем от Майвана. Так, теперь задача почти от Майвана. Значит, смотрите, треугольник. Значит, у треугольника, смотрите, сделали такое разбиение. Значит, вот как мы Иван учим. В треугольнике есть медианы. Значит, провели все медианы, да? А потом взяли и внутри каждого тоже провели медианы. Понятно, да? Значит, ну, вот и так делаем с каждым. Центрическое разбиение. То есть я разбиение делаю, беру центр масс и соединяю с центром масс на сторонах. И с вершиной. Понятно? Значит, вот это называется парицентрическое разбиение. Вот. Ну и вот я так разбивал. Ясно, что оно очень мелкое может быть сделано. Так вот. Будет напоминать мозаику. Значит, вращаешь, там что-то такое пересыпается, вот это примерно такая же картина. Значит, теперь во всех этих вершинках, которые получились, мы расставили три числа. 1, 2, 3. Так что вот здесь сначала стоит все три на канале, а внутри как угодно стоит. Вот как угодно, совершенно как угодно. Но есть одно правило. Вот одно. Что если вершина вышла на вот эту сторону, то у нее может быть только один или два. Если вершина вышла на эту сторону, то только два или три. А если вершина вышла на эту сторону, то только один или три. Понятно, да? То есть расставляете как угодно, но если вершинки вышли вот сюда, они обязаны оказаться номерами только такими, которые есть в концах этой стороны. Понятно, да? Значит, утверждается, что существует треугольничек маленький с вершинами 1, 2, 3. Ну или бывает так, что вы красите вершину трицвета, так что если вершинка уложится в одну сторону, у нее цвет совпадает с цветом на концах пестрады. Одна из один из цветов на концах пестрады. Доказать, что есть маленький треугольничек разного цвета.
выпадает из памяти. Значит, вот это утверждение, которое мы сейчас докажем, я надеюсь, это называется лемма Шпенера. Значит, ну, давайте попробуем как доказать, попробуем как-нибудь что-нибудь посчитать. Значит, точнее, ну мы докажем, что он не просто есть, мы докажем, что их нечетное число. Это на самом деле одно и то же. Доказывать, что нечто существует, или доказывать, что существует нечетное количество. А, потому что ноль не может доказать нечто. Значит, будем доказывать, что их... Но это так же, как вот здесь. Если на концах 0 и 1, то что означало, что их нечетное число? Это означало, что здесь обязательно, как не пытайся расставлять, обязательно будет отрезочек с разными концами. Да? Значит, давайте здесь попробуем сделать так. Вот, будем смотреть на... треугольники, в которых есть вершинки 1 и 2. Так, значит, только на эти треугольники будем смотреть. Значит, что про них можно сказать? Ну, если здесь тройка, то он разноцветный. И в нем ребро с концами 1 и 2 только что. Одна штука. Если здесь напротив стоит единичка или двойка, то он не разноцветный, и в нем ребер с концами 1 и 2 сколько? Две штуки. Правильно? Теперь идем по всем треугольничкам и считаем. Значит, считаем, сколько в них ребер с концами 1 и 2. Понятно? То есть по каждому треугольнику идем и считаем, сколько в нем ребер, на концах которых 1 и 2. Ну, что-то такое насчитаем в итоге, да? Но сразу заметим, что с точки зрения четности их столько же, сколько разноцветных треугольничек. Потому что когда треугольник не разноцветный, там либо таких ребер нет, либо там что? Либо их там два. Значит, если я насчитаю все треугольнички, где есть ребра 1 и 2, посчитаю по всем треугольничкам, сколько ребер 1 и 2, то вот это число, оно такой же четности, как и четность числа разноцветных треугольников. Вот давайте я запишу. Значит, четность числа ребер с единичкой и двойкой по всем треугольникам, равна четности числа числа треугольников с 1, 2, 3. С разноцветных треугольников. Это с одной стороны. С другой стороны, когда треугольничек, когда мы считаем такие ребрышки по всем треугольникам, то такое ребро, оно может быть либо внутри, либо где? Либо не внутри. Если оно внутри, то оно считается нами дважды. Потому что оно считается за этот треугольник, и оно же считается за вот этот треугольник. Правда? Поэтому с точки зрения четности все ребра, которые внутри, они не важны. Хорошо. А где же находятся те, которые не внутри? Но по нашему правилу они могут находиться только вот здесь. Правда? А теперь смотрим первую задачу. Сколько таких всего на стороне с 1 и 2? Нечетное количество. Понятно? Значит, и так. Четность числа ребер с 1 и 2 равна четности числа ребер с 1 и 2 на стороне 1 и 2. Совершенно замечательное наблюдение, очень простое, которое можно, вот я думаю, можно школьникам рассказывать, можно семиклассникам, можно снять, значит, которое называется лемма Шпенера. Значит,
суть этой лемы, ее применение, ровно такое же, как и суть воздвижения АТС. На самом деле, когда мы в анализе что-то делали с воздвижением АТС, мы каждый раз пользовались ровно тем, что найдется АТС с разного типа концами. Вот теперь оказывается, такое можно проделать не только на АТС, а на плоскость. Ну и, наверное, вы понимаете, что все, что мы сделали на плоскости, можно делать в РТИ, да, с, скажем, с пирамидкой, с тетрайдером. Все то же самое, точно такие же полицентрические разбиения можно делать. Так, можно взять центр масс, соединить его с центром масс на сторонах, там тоже нарисовать все вот эти вот. То есть взять такое разбиение каждой грани, потом соединить их вот с центром масс здесь, получится такие маленькие пирамидки внутри, да? И дальше повторить все то же самое, и опять получится, что если в вершинах встречаются все четыре цифры, то обязательно найдется маленький такой симплекс, маленький такой, маленькая пирамидка, которая тоже будет с тем разноцветной 1, 2, 3, 4. Так? Значит, тем самым это годится для любого симплекса на самом деле. Да? Симплекс это рубиковая оболочка конечного числа точек. Вот. Мы с вами будем использовать вот эту вот значит, интерпретацию, которая у нас здесь есть. Но в принципе, значит, если у нас есть точки А0, А1, А2 и так далее, АН, то что такое симплекс на них натянут? Это вот что такое, это Т0, А0 плюс Т1. А1 плюс тогда плюс Тн, АН, множество вот таких точек, где Т1 больше равно нуля, а Т1 плюс тогда плюс Тн, это у нас будет равно единице. Ну, например, вот возьмем две точки, это на число прямых. А0, А1. Да? Что такое Т0 плюс Т0 плюс Т1, А1? Где Т0 больше нуля, Т1 больше нуля, и их сумма равна единице. Ну, все знают, что это такое будет, да? Ну, можно Т1 вырезать как 1 минус Т0. И получится, что вот что написано. А0 плюс 1 минус Т0 на А1. Но это просто я параметрически задал вот этот отрезочек. Правильно? Соответственно, на плоскости для трех это будет что? Треугольничек закрашен. Понятно, да? А в общем случае это будет называться симплексом. В сумме индексов нуля. А, здесь? Да, конечно. Значит, вот это будет называться симплекс. И с ним можно проделывать ровно то же самое, что мы делаем на треугольнике. Поэтому мы все будем показывать на треугольнике, потому что понятно, легко объясняется, легко показывается. А понимать, что это можно все применять в общей ситуации. Значит, теперь с помощью лемы Шпернера мы докажем замечательную теорему, которая принадлежит Либерну, из которой уже будет следовать теорема права. Значит, замкнутым множеством.
большое, существует точка x из дельта n, которая принадлежит не менее чем n плюс 1 множеству покрытий. А, только я опять-то не выберу. Замкнутыми множествами, это важно, диаметра меньше дельта. Диаметра меньше дельта. Это важно. Давайте осознаем, что утверждается. И поймем, как из этого теорема следует, а потом, как с помощью лемма Шпернера доказать это утверждение. Вот смотрите, вот возьмем отрезок. Да? Или я вопрос?
точка, она, да, она слишком... Сейчас. Так, слушайте, значит, какой-то, какой еще может быть? Сейчас, может, вот так надо? Вот такой, наверное, есть, да? Кстати, вот такой будет, нет? Сейчас, рядом будет тоже, они тоже большие, его придется, наверное, как-то... Сейчас, как бы нам его... Нет, я думаю, что можно, можно как-то писать так, чтобы, ну, ну такой хоть здесь разбейник, который он у вас будет и готов. Сейчас. Чтобы оно сколько угодно маленьким было. Наверное, сейчас, наверное, вы правы, что их надо разделять. Сейчас. Наверное, надо вот это вот, вот это убрать. Типа, типа что-нибудь вот такое. То есть надо в углах этих срезать. Да, слушайте, уже это хорошая задача подумать. Как устроить для любого гляньте такое разбиение, чтобы, чтобы оно было, ну, сколько угодно мелкое, но чтобы было точно n плюс 1. Да? Сейчас. Ну, хотя это не очень важно, но вот смотрите, значит, вот мы берем этот ZPM. Значит, начинаем его покрывать. Значит, сейчас, или важно это понять? Сейчас, вот мы начнем ДТМ покрывать. И потом будем брать прообразы. Если у нас первое, а ДФ. Правильно? Эти прообразы начнут что делать? Они будут тоже замкнуты множество, ну потому что разгромим матрицу в другую сторону, например. Вот. У нас с вами получится покрытие дельта n. Значит, вот такие они будут покрывать дельта n. Тогда мы что знаем? Что у них обязательно есть кратность пересечения ниже, чем n плюс 1, правда? Но тогда здесь обязательно есть кратность пересечения не выше n плюс 1. Потому что если эти пересеклись, то эти тоже должны были пересечься. Надо взять эту точку здесь по области, и по области, да. Вот. А теперь нам всего лишь надо вот что научиться делать. Предъявлять здесь разбиение, у которого здесь предъявлять покрытие, у которого кратность в точности. И тогда мы получим, что n меньше равно t. Понятно? Еще раз, вот у этого кратность не меньше, чем n плюс 1. А допустим, мы здесь сделали покрытие такое, что кратность в точности n плюс 1. Да. Еще раз. Но то покрытие в 1 f никакого отношения к покрытию ДТМ не имеет, которое кратность n плюс 1. То есть надо сначала, наверное, покрывать ДТМ, а потом только морфизм. Нет, нет, я так и делаю. Я сначала покрываю ДТМ в образе. А, все, все. Причем, смотрите, все, что я могу делать. Я могу, если я начну его брать мелким, то из-за непрерывности и это будет мелким. Да? Мы знаем, из-за непрерывности, из-за равномерной непрерывности, у нас если вот эти кусочки будут достаточно маленького диаметра, то и вот эти окажутся достаточно маленького диаметра. Понятно, да? Значит, у нас получится так, что вот мы мельчим эти, значит, мы знаем, что здесь для достаточно мелкого точно есть точка кратности ниже n плюс 1. И представим, что мы здесь сделали очень мелкое разбиение, кратность которого n плюс 1 в точности. Так? Тогда смотрите, что получится. У вас получится, что с одной стороны это кратность n плюс 1, а с другой стороны она точно не меньше, чем n плюс 1. Потому
потому что здесь есть точка общая, кратности ниже плюс 1. Значит, она здесь тоже кратности ниже плюс 1. Значит, у вас получается, что у вас все кратности не выше, чем вот это. И вот у вас получилось, что m больше либо равно n. Ну, мы теперь ролями их меняем местами. И получается, что они просто равны. Значит, чтобы это прокатило, нам надо научиться вот что делать. Надо научиться разбивать симплекс сколь угодно мелко, так, чтобы кратность вот этих вот точек была в точности, ну, не выше, чем размерность плюс 1. То есть вопрос, можем ли мы, ну, по треугольничке надо научиться, значит, можем ли мы треугольничек разбить так, чтобы кратность точек была не больше, чем тройка. Вот теорема Лебенга говорит, что она не ниже, чем тройка, а нам надо научиться делать, чтобы она была не выше, чем так? Значит, как нам такое с вами осуществить? Значит, надо, чтобы мелкое, конечно, было, да? Вроде можно просто упрямить, посечь как-нибудь. Потом взять узел какой-нибудь. В нем сделать такой маленький шаг. Ну, это то, что вот мы вот здесь это творили. То же самое. Сейчас, но вот если мы очень мелко изгубим, ну вот мы возьмем двоецентрическое такое, да? Возьмем здесь так. Значит, вот эти все так вот сделаем. Значит, где у них проблемы? Просто в каждый узел поместим маленький шарик. В каждый узелок, да, поместим маленький шарик. Тогда они развалятся на что они развалятся? Значит, вот мы возьмем, ну вот так вот, да, мы сделаем. А, ну и получится, что у нас остались только тройные, да, вот эти. Да, слушайте, похоже, что вот да, если добавить к этому вот такие маленькие кружочки, разбить, то там уже будет происходить только вот такая штука. Вот есть это, к нему стыкуются вот такие. Да? Значит, сейчас. Получается, что вот в этой точке 3 приходит, правда? Отсюда и отсюда. Ну и больше не пойдет, потому что больше некуда. А, потому что ну, вот здесь ровно картинка, вот она. То есть тройные такие разбитые размеры. Так, ну и поскольку мы можем такую сетку сначала очень мелкую набросить, потом очень маленькие кружочки ставить, то получится, что мы можем сделать разбиение сколько угодно маленького диаметра. Ну все, но тогда смотрите, значит, тогда вот если мы докажем теорему Лебега, то мы умеем с вами доказывать теорему Правды. А, значит, итак, нам надо научиться вот эту штуку доказывать. Вот как бы нам это сделать? Ну давайте мы попробуем ее в R3 научиться. Так, ну, в R2 попробуем научиться доказывать. Значит, вот смотрите, вот у нас треугольник. Он покрывается каким-то замкнутым множеством, диаметр которых мы контролируем. Так? Но давайте мы их возьмем такими маленькими, чтобы ни одно из них не пересекало все три стороны треугольника. Понятно, да? Значит, будем брать их такими маленькими, такого маленького диаметра, вот за это как раз деньги больше не надо. Что ни одно из этих множеств не пересекает все три стороны сразу. Вот. Значит, тогда можно, смотрите, что сделать. Тогда можно каждому этому множеству вот так сопоставить номер жи. Такой, что это, ну, давайте сторону занумеруем, 1, 2, 3. Жи это номер стороны, номер стороны, которую FK не пересекает. Если их много, ну какой-то из них. Совершенно не важно какой. Значит, и теперь соберем эти множества в три группы. Значит, S1 это объединение тех F K таким, чтобы этим K был сопоставлен номер 1. S2 это соответственно 2, S3 это соответственно.
Значит, получилось 3 замкнутых нож, все на все. Было не пойми сколько, стало 3. Теперь заметьте, что если окажется, что все три множества пересеклись, то я вам укажу сейчас 3 замкнутых множества, у которых эта точка общая. Правда ведь? Потому что эта точка лежит в каждом из них, а в каждом из них только одно множество содержит только в одной группе. По построению не может так произойти, что FK-то войдет сразу и сюда, и сюда. Значит, есть FK-то, которому X принадлежит, оно здесь. Есть другое отсюда. И есть третье отсюда. Понятно? Значит, все, что нам осталось понять про эти S1, S2, S3, это что у них есть общая точка. Вот давайте как-нибудь попробуем осознать, почему у них есть общая точка. Значит, вот для этого нам пойдется для Шпенглера. Значит, смотрите, что мы сделали. Мы сейчас каждой точке треугольника выдадим номер. Значит, точке X треугольника выдаем номер такой. G – это минимальный номер SG, который содержит X. Ну, S1, S2, S3, кстати, понятно, да, что они покрывают все треугольники, потому что F и поэтому, значит, каждая точка, она какому-то из этих S-ых принадлежит. Может, многим принадлежит. Но когда мы сопоставляем точки номер, самый маленький. Вот давайте мы теперь осознаем, что, значит, верно следующее. Какие, во-первых, номера получили вершины? А во-вторых, какие номера получили точки на сторонах? Вот давайте подумаем. Это все, это падает, собственно, вот я извиняюсь, немножко задерживаю. Сейчас просто закончим, просто в следующий раз будем обсуждать неподвижные точки. Это, так сказать, чтобы не ломать утверждение напополам. Мы с вами в следующий раз, вот сейчас мы говорим про размерность, а в следующий раз поговорим про теорему о неподвижных точках. Вот, может быть, теорему Шаудера докажем. Значит, смотрите. Вот давайте смотреть, вот в этой вершине какая точность поставится? А мне кажется, тройка. Ну давайте подумаем. Значит, знаете, это вот вершина, значит, x, какому f каждому оно точно принадлежит? Вот если какой-то f содержит эту вершину, то какую сторону она не пересекает? Только третья. Правда? Значит, такому F мог быть сопоставлен только какой номер? Только 3. Понятно, да? У него вариантов не было. Эта вершина, она вот этим двум принадлежит, значит, этим точно тройка. Значит, здесь тройка. Но точно так же вот здесь двойка, а здесь единица. Так? А теперь вопрос. А если я взял X вот отсюда, X, то какому из этого оно принадлежит? Вот может ли оно принадлежать SI тому, которому сопоставлено 2? Но это бы что означало? Что означает, значит, кому эта точка принадлежит? Какому множеству S1, S2, S3? Значит, вот может ли этот X лежать в S1? Ну давайте, значит, не так, не лежать в S1, значит, а лежать в S2. Вот может так? Может ли X не лежать в S1, но лежать в S2? Что бы это означало? Это бы означало, что F, которому X принадлежит, ему был сопоставлен какой номер? Не 1, но 2. Значит, это F не пересекает какую сторону? Если ему сопоставлено 2, то оно 2. А мы что тут пишем? Что x лежит как раз на стороне 2. Правильно? Значит, что у нас получается? Что вот так быть не может. То есть x точно не лежит в s2. Вот это точно. И поэтому два варианта. Либо он в s1 и сопоставлено единичка. Либо он в s1 не лежит, но лежит где? В s3. Ему сопоставлено тройка. Значит, при таком расставлении чисел выполняется правило из Лермо-Шпенглера.
Если вы взяли точку на стороне, она получила номер такой же, как на концах этой стороны. Так? А теперь мы делаем следующую процедуру. Значит, мы берем вот этот треугольник и начинаем его разбивать. Вот таким бэйцентрическим способом. Как мы это делаем? И для каждого разбиения будет находиться треугольничек с разноцветными вершинами. В каждом таком треугольничке мы будем брать по точечке. Причем мы не утверждаем, что это каждый раз разбивается сам этот треугольничек очередной. Нет, каждый раз какой-то свой треугольник находится. Никто не говорит, что это один треугольничек внутри другого. Здесь никакой конструкции вложенных АТС не подразумевается в принципе. Но, что важно, эти треугольнички все более и более маленького диаметра. И в их вершинах встречаются элементы всех трех множеств. Это последовательность точек ТМ. Она, конечно, жуткая, но она лежит в компакте. А мы с вами сегодня обсуждали, что из этой последовательности точек можно будет выбрать что? Сходящуюся. Так? А теперь смотрите, она сходится, но вокруг нее каждый летает три точки. Одна из них из S1, другая из S2, третья из S3. И диаметры их стремятся к нулю. Это значит, что вот эта точка P0, она является какой точкой? Предельной и для S1, и для S2, и для S3. Понятно, да? И все. Значит, она им принадлежит. Всем прямо одновременно. Понятно, да? Значит, вот такая красивая очень конструкция, которая объясняет. Ну и в общем случае делается ровно то же самое, только вот нельзя так там треугольничек рисовать. Вот, значит, вот мы с вами установили, что оказывается, если к биективности добавить непрерывность, ну, конечно, тут надо иметь в виду, что если вы взяли биекцию, она непрерывная, это еще не означает, что обратное отображение непрерывное. Так будет происходить, если вы смотрите отображение компакта. Вот. А если вы взяли компакт, взяли непрерывное отображение, то, господи, компакт. Если это еще оказалось биекцией, то обратное тоже автоматически окажется частью. Непрерывно. А значит, что если у вас есть биекция, которая непрерывная, значит, вот вы можете там, так сказать, с компактами считать, что она гомеоморфизма. Вот гомеоморфизмы различают размерности. И второй замечательный факт, это теорема Легенда сама по себе очень интересна. Потому что к понятию размерности можно подходить очень по-разному. Например, можно говорить, что размерность выглядит так. Вот вы взяли, скажем, прямую, выкинули из точки из нее, и она распалась на два куска. Взяли плоскость, вам уже придется выкинуть что оттуда? Прямую. Да? Значит, можно подойти к размерности как к тому, что вы что-то выкидываете. Да? Вот как определить размерность n плюс 1, если умеешь определять размерность n? Это то, что можно разделить объектом размерности n на два куска. Значит, есть другой подход к размерности. Это кратность пересечения. Вот если вы попытаетесь интервалы замостить прямую, да, так чтобы все точки были накрыты, вы не минуете двухкратных пересечений. Но ими можно обойтись. Если вы начнете кружочками замощать плоскость, вы не минуете трехкратных пересечений. Но ими можно обойтись. Вот теорема Лебеда говорит как раз о том, что если вы замощаете что-то, да, замкнутый нож достаточно мелким, вы не можете именовать n плюс 1 кратности, n плюс 1 кратности пересечения. То есть это вот такой сам по себе очень глубокий природный факт. Вот. А на следующей лекции мы с вами применим теорему Шперна, докажем по-другому, не как в прошлом семестре, теорему Брауэра, а не подвижной точки. И поговорим, может быть, вот про что. Значит, в следующий раз поговорим про то, как из нее можно вывести вот этот важный факт, что непрерывный образ выпуклого компакта в себя имеет отображение выпуклого компакта в себя имеет неподвижную точку. И может быть пару слов скажем про какие-то равновесия наши. Вот. Ну что, Вот. Значит, ну и потом будем сживающее отображение, наша цель дифференциальная, надо учиться дифференциальной. Все, спасибо.